О, привет, друзья! На самом деле, все слышали про тунгусский метеорит, но наш рецепт сегодняшний, он тоже по-тунгусски, хотя это оленина. Удивлены? Я вот невероятно удивлен, потому что я такого еще не пробовал, но очень хочется, хотя я человек северный, но не доводилось. И слава богу, у нас сегодня такая возможность есть благодаря этнопевице. Ангелина Сафронова у нас в гостях. Ангелин, привет! Слушай, я смотрю на набор продуктов. Угу. Это очень просто. Очень. Почему такой простой рецепт? Потому что эвенки, так сказать, Амурской области, мы живем на севере. Угу. Я говорю, например, про тех, которые занимаются именно традиционным образом жизни. Угу. Это те оленеводы, угу, женщины, которые живут в тайге. И так как, извините, у нас там особо-то не посидишь, да, холодно, и кухня наша, она очень простая и полезная, и поэтому готовится все очень быстро. Плюс питательная. Плюс питательно, полезно. Тогда я предлагаю приступать. Ну, у нас есть кусок оленины, угу, мы его каким образом режем? Кубиком? Да, будем кубиком и желательно там, где у нас мякоть. Давай, тогда я займусь мясом, тебе предлагаю заняться луком. Угу. И, собственно, будем разговаривать дальше. Я представил тебя как этнопевицу, но ты же гораздо более разносторонний человек, представитель коренных малых народов Севера, Дальнего Востока Российской Федерации. Okay. Расскажи, чем ты еще занимаешься, помимо того, что ты невероятно музыкальный человек? Ну, с музыкой я живу с 8 лет. Uh-huh. Вот, это музыкальная школа, вокальная студия музея Пушкина в городе Тынды. Августа uh-huh. Леонидовне моей большой привет. Привет, привет. И моей Вере Николаевне, моей учитель по домре музыкальной школы. А, ты на домре училась, да? Да, училась на домре. По классу фортепиано. И, естественно, еще часть моей жизни занимает общественность, так как это для нас как бы необходимость быть всегда активным, в курсе, привлекать к этому нашу подрастающую молодежь. Да, подрастающее поколение. И вот на данный момент я являюсь председателем молодежного совета ивенков Амурской области. Ого, как! Слушай, а почему вот говорят, что ивенков мало? Вас же не так уж и мало. Я просто недавно был вместе с тобой на концерте, uh-huh, на этом фестивале. Я имею в виду «Амур. Река дружбы». Если uh-huh кто-то не смотрел, посмотрите. Великолепнейшее действо. Так много было представителей. Да. Многие, да, думают, что нас как бы мало. Да, на самом деле, да, мало. Но дело в том, что мы кочевой народ и угу расселились, так сказать, от Якутии до Уральских гор. По всей территории России практически. Да, по всей территории России. И вот буквально недавно, в конце июля, на берегу Байкала, это божественное священное место, проходил Тунгусский конгресс, который собрал 9 регионов тунгусов. Ого! Ивенки – это тоже самые тунгусы. Угу. И это были Хабаровский край, Амурская область, Республика Якутия, Республика Бурятия, Сахалин, Красноярский край. Ага. Так, еще по видеомосту у нас был ивенки из Китая, из внутренней Монголии. Есть и такие? Да, есть и такие. Балдежно. Ну, помнишь «Амур, река дружбы»? Да, да. Вот у нас то же самое Они было. Они выходили Наши на связь. Соседи, которые живут в провинции Хайлудзян. Ага, вот так. Но поразили меня ребята с Чукотки. Кочевники. Вообще обалденные ребята. Да. Слушай, и причем они же знают, что про них огромное количество забавных анекдотов. Да. И они выстроили свою программу именно на таком штампе, что ли, человеческом. Угу. Мне очень понравилось. Мы эскимосы, прям вот что видим, то и поем. И я так смеялся, когда они говорят: вот мы поймали тюленя. Танец тюленя. Да. Сейчас мы покажем, как мы целуемся. И в конце вот это. Но
Ну, невероятно крутые ребята. Они же просто... Причем, какие у них регалии, они выступали и в США, и в Японии, Корее. Да. Обалденные. Ребята объездили весь мир. Вообще, этот коллектив, на самом деле, вот они работают уже, так сказать, на таких уровнях, тоже, что нам иногда не всем удается. Например, в Москве, когда их приглашают, они работают на концертных площадках только исключительно селебрити. Вот. И как бы я вот этот коллектив знаю давно, мы дружим уже очень много лет. И мне очень нравится чукотский фольклор, в том, что он очень... Понятный. Да. Они даже они же знают об этом. Да, каждое движение, оно само за себя говорит, потому что как бы я люблю хореографию и знаю, что, например, у нашей лексика танцев, да, у ивенков, она отличается. У нас движения все более плавные, это движение крыльев, руками, ног, это хороводные танцы, а у чукчи очень все ясно и понятно. Но мне еще понравилось горловое пение. Олит и Зоя, да. Это просто что? Что-то с чем-то. Я пытался дома сделать это, я чуть в обморок не упал. Да ладно. Это невероятно сложно, потому что там нужно такие легкие иметь, что... Нет. Не обязательно? Главное технику знать. Да, знать технику. Вообще правильно называется не горловое, а гортанное. Потому что эти звуки делаются с помощью гортани. И при правильной технике, то есть когда ты начинаешь это делать, нужно соблюдать именно технику дыхания. То есть когда ты дышишь, чтобы вот здесь кислород не пропадал, то есть у нас же кислород идет прямо сюда, если мы дышим диафрагмой. И когда ты правильно берешь дыхание и работаешь гортанью, ты не упадешь в обморок. Круто. Вот. Я недавно посетил массажный салон, точнее, очень знатного массажиста в нашем городе. Она сказала, что я неправильно дышу. Оказывается, я дышал вот так. Неправильно. А нужно дышать вот, вот так. Диафрагма. А плечи должны стоять на месте. Да. Вот, видишь, век живи, век учись. Я до сих пор не могу научиться правильно дышать. Правильно дышать можно еще, например, если у нас болит голова, и когда мы начинаем дышать диафрагмой, именно поминутно задерживать, отпускать, Кислород начинает поступать в мозг, и сосуды начинают более, так сказать, работать и активными, и головная боль у нас пропадает. Также я это еще практикую, например, если меня мучает бессонница. Я конкретно лежу и начинаю дышать только диафрагмой. Все, кислород вот поступает и... Сразу, да? Да, да. Надо будет попробовать. Хотела бы рассказать немного про изюминку оленины. Да. Чем мы любим это мясо? Во-первых, оленина – это чистое экологическое мясо. Ну, его же можно есть и сырым. Да, его можно есть сырым, так же, как вот остроганину мы едим из рыбы. Еще плюс оленины в том, что она очень быстро готовится. Если вы хотите, чтобы оленина у вас была мягкой, посолите ее в самом конце. Ах, вот в чем секрет. Да, чтобы она была мягкая, нежная такая. Буквально вот 5-10 минут, и мясо готово, можно уже употреблять. Класс. Сам же тоже в Тынде родился. И я с эвенками знаком, не понаслышке. Мне так нравятся вот эти вот праздники ваши. Это же что-то невероятное. Вот этот инструмент, который использовался много кем на нашем фестивале, как он называется, варган? По-русски варган. По-русски варган. А по-вашему как? По-амурски, у амурских ивенков панипкавун. Ох, какое интересное слово. У бурятских ивенков, а он называется кардавун. У якутов хамус. Вообще, вот представляете, сколько народов, хотя казалось бы, да, мы все живем на одной территории. Вообще, я предлагаю перенимать самые интересные какие-то культурные фишечки и распространять их по всему миру. Да. Мы же все люди, мы все братья. Так. Я больше скажу, что варган – это международный инструмент, медитативный, который имеет 273 названия. У каждого народа свои названия. Слушайте, прежде чем мы продолжим, я все-таки должен вас познакомить с этой неординарной и очень талантливой личностью. Вот вам профайлик нашего гостя. Ангелина Сафронова училась в РГПУ имени Герцена по специальности культурология. Всю жизнь занимается музыкой и увлекается психологией. Не замужем, детей нет. Автор и исполнитель песен на эвенкийском языке. Председатель молодежного совета эвенков Амурской области при ассоциации эвенков Приамурья. Очень любит собак. Мечтает сняться в кино у Михалкова.
Ну что, друзья, сковорода у нас готова. Нужно еще сказать, знаешь что? Что мы за кадром сделали брусничный соус. Вот у нас брусничка. Ну, буквально немножко ее проварили, добавили сахар и пробили блендером. Все. Теперь, я думаю, можно отправлять мясо жариться. Да. Расскажи мне, что вот это такое? Ну, я понимаю, грибы. Да. Грибы. Как называются эти грибы? Так, сейчас я расскажу вам три названия. Это потрясающий, очень, так сказать, еще дорогой гриб. Вот. По-японски его называют мацутаки. А, это вот те самые мацутаки. Да. Но это, я хочу вам сказать, ребят, блюдо удорожается прямо вот за секунду. Слушай, ну а по-русски его как называют? Белый сосновый гриб. Ну, его очень сложно найти. Да, потому что он, правило, живет в дикой природе. В дикой природе. Вот эти мацутаки к нам приехали из Индинского района. Вау! Привет, родненькие! Так, пока жарится оленина, я хочу тебя спросить. Смотри, приезжали на вот этот фестиваль люди со всех регионов, угу. Со всего Дальнего Востока, с Чукотки. Кто еще был? С Камчатки. С Камчатки. Ансамбль «Ангт». Да. Как они все оказались здесь? Всех объединяет Амур, река, дружбы. В этом и смысл фестиваля. В этом и смысл, то, что все народы наши объединяет река. Ага. И до, так сказать, закрытия границы к нам всегда приезжали наши друзья-соседи из Китая, арачоны. Помню, в 2019 году приезжал тоже ивенкийский певец Владимир Хоменко из Красноярского края. А в этом году Красноярский край у нас была приглашенная певица, тоже этно уже певица, она такая, так сказать, девочка стажев из Красноярского края, из Туры. А еще была... Она открывала наш фестиваль. Да. А еще была звезда, по-моему, якутская звезда. Да, звезда якутской эстрады, она эвенка, ага. Из среднеколымского Улуса, это очень далеко, на реке Колыма, вот где они живут, село Березовка. Но живет она, конечно, сейчас в Якутске, и также она является автор-исполнитель своих песен. Я представил тебя как этно-певицу, но ты же еще и музыкант, ты композитор. Да. Вообще все, что ты исполняешь, это исключительно твоего... таланта дело. Большинство песен, да. Большинство в основном песен. То, что я пою сольно, это мои песни. Ах. В общем, народные, в основном я пою это наши ивенкийские хороводные запевы. А вот чтобы люди понимали, как это красиво, как это трогательно, хотя я не понимаю вообще ни слова по-ивенкийски, мы возьмем какое-нибудь видео, вставим сюда в нарезочку, чтобы люди послушали, насколько шикарен у тебя голос. Что самое любимое у тебя из ивенкийской кухни? Вот так спрошу. Внутренности оленя. Внутренности оленя? Да. Это правда, что из оленя вы едите все? Да. Вот, друзья мои. Все, абсолютно. И это на самом деле очень вкусно. А какие внутренности? Ну, допустим, сердце. Очень вкусно. Да? Очень. Печень. Это вообще бомба. Для меня это вообще очень самое вкусное, что я люблю. Но я хочу тебе сказать, я пробовал селезенку. Так. Ну, это просто нечто. Это невероятно вкусно. А ты печень сырую ел? Например, я печень ем только исключительно сырую и только оленину. Больше никаких других животных я не ем. Но я бы вот так не стал рисковать. Ну, опять же, если брать остальных животных. Но вот печень оленя я бы попробовал. Но не доводилось. Да? Я представляю, что это наверняка как паштет, да? Оно тает во рту. Угу. Вот селезенка примерно такая же.
Да. Так. Мозги. Мозги? Да, сырые. Сырые мозги? Да. Вообще не пробовал. Я на самом деле люблю приправы, но когда мы готовим мясо, больше хочется вкуса мяса. Вкуса мяса именно, да? Согласен. Чтобы не перебивал вкус приправы. Здесь соглашусь с тобой. Так. Еще чуть-чуть. Кстати, друзья, раз уж мы заговорили про приготовление грибов, и вы никогда не слышали про существование мацутаки, давайте познакомимся с этим грибом поближе, пожалуйста. Мацутаки – это крупный гриб с сильным ароматом, растущий обычно под соснами по всей Финляндии. Цвет шляпки варьируется от темно-коричневого до светло-коричневого или смоляного цвета, без красных оттенков. Ширина шляпки составляет 6-20 сантиметров. По поверхности шляпки проходят крупные темно-коричневые шелковистые чешуйки. Длина ножки составляет 5-20 сантиметров. Толщина 1,5-2,5 сантиметра. Ножка равномерно толстая и внизу слегка шире, чем сверху. Зачастую наклонена, склоняется глубоко до земли и крепко держится на корне. У молодого гриба пластинки покрыты защитной пленкой, которая позднее оставляет на верхней части ножки бахромистое кольцо. Мякоть плотная и белая, хорошо сохраняющаяся. Друзья, грибы отправляем. Мы всю эту горсть... Давай все. Давай, потому что я думаю, что... Раз уж я заговорил с тобой про музыку, я вижу, что ты принесла с собой инструмент. Я не могу не попросить тебя, одари нас этими звуками, и, может быть, даже научишь меня играть. Я пытался пару раз, отбил себе все зубы. Ну, к сожалению, научить я сейчас не смогу, потому это что долго, у нас нет... Да? Нет, ну, не сказать, что долго, просто надо было мне взять с собой орган для учеников. А, все понял, понял. То есть это профессиональное у тебя? Дело не то, что профессиональное, это же, во-первых, металл. Да. У меня якутский хомус. Ага. Вот. Здесь моя энергетика. Вот как. Вот. Варган, хомус, пайнипкаву, название, я как сказала, уже много. Он выбирает, так сказать, хозяина. Своего хозяина, да. И этот инструмент считается шаманским. Шаманским? Да. Угу. Потому что звук металлический, как правило, металлические звуки всех музыкальных инструментов, они очищают пространство от негатива. Как ты считаешь, много ли здесь негатива? Нет, у вас очень чистая энергетика. Серьезно? Да. Спасибо. Это все из-за меня? Возможно, какой импозантный мужчина готовит. Да. А сейчас ну немножко поколдуем. Давайте, давайте, я всегда за. Балдеж, я аплодирую тебе, потому что я поймал себя на мысли, что когда я слышу вот эти звуки, у меня мурашки пошли по коже. Да? Мураши побежали, смотри, чистая правда. Я как будто в медитативное состояние вхожу, потому что я, во-первых, когда готовлю, для меня это как раз вот медитация. Mm. А когда готовишь под такие звуки, да куда, господи, да сколько же можно? Я весь в мурашках. Спасибо, это великолепно. Благодарю. Просто кайф какой-то. Это так. Же творчество, ты готовишь, да, это искусство. Конечно, это безусловное искусство. Так, ну еще немножечко пусть пожарится. Я думаю, немного можно посолить. Грибы берут грибы, много кстати, соли. Да. Соль грибы. Любят. Соль любят.
Галь, скажи, пожалуйста, а когда ты начала свой творческий путь, сколько лет тебе было и почему вообще, как ты пришла к пониманию того, что ты музыкант, певица? Все из-за моей семьи. Ага. Так. Вообще искусство в нашей семье культивируется. У моего отца первое образование — режиссер массовых праздников. Ага, коллеги, значит. Да, мама хореограф-этнограф. У нее в Тындинском районе, в Первомайской школе, был коллектив Хэглен. Угу. Вот. Потом папа ушел в науку. Был у меня кандидат политических наук. Ничего себе. Вот. И потом работал в Совете Федерации. Угу. И, так сказать, когда ты госслужащий, тебя могут отправить работать в любую точку. Вот. И в связи с этим мы в 90-е, в лихие 90-е, мы переехали жить в Москву. Ага. Вот. И там посчастливилось мне, что в тот район, в котором мы жили, там была музыкальная школа профильная имени Гнесинки. И там, получается, меня отдали на музыку. Угу. Мне было 8 лет. И все, с этого все началось. А, кстати, моя первая сцена — это был Руден. Руден? Да. Мама там подрабатывала хореографом, занималась студентами-северянами и поставила нам с сестрой танец. Я танцевала танец оленчика, рыбки. Но я помню, что мне было 8 лет. Моя первая сцена была в детском садике «Колобок» города Тында в ДРСУ, Дружно-строительном управлении. Да, давным-давно я был водяной. Из той самой сказки «Я водяной». В общем, вся наша жизнь вела нас с тобой к творчеству. Где бы мы ни находились. Ну, я, конечно, не в РУДН, но тоже неплохо. Так, вот мне кажется, Мацутаки еще чуть-чуть должны прожариться. Вот хочется как-то, знаешь, чтобы они были золотистые. Вот именно то слово ты подобрала, правильно. Так. А я, с твоего позволения, все-таки хочу попробовать... Угу. Класс. Мягкая. Но я не могу описать этот вкус. В общем, если вы никогда не пробовали оленя, это я сейчас не призываю сейчас бежать в лес искать оленя, найдите где-то мясо, приготовьте дома, и вы поймете, какой этот уникальный вкус. Я, знаешь, какое мясо из всех предпочитаю больше всего. Сейчас, возможно, меня будут хейтить. Какое? Конину? Да? Да. Это, по мне, самое вкусное мясо на свете. А жеребятину ел? Вот жеребятину не ел. Это еще вкуснее. Да что ж такое-то, а? Потому что круто. Оно нежное. Еще нежнее? Особенно строганина с жеребятиной, ага. С черным хлебушком и чесноком и луком. Это все можно смиксовать, это очень вкусно. Я просто такой человек, когда ты мне говоришь какой-то продукт, я в голове рисую себе вкус. Да. И когда вот ты назвала вот этот черный хлебушек, у меня уже все, у меня весь пазл сошелся. Я помню, у нас была научная экспедиция, ездили в стойбище к ивенкам, угу. И попали в стойбище молодой семьи, и там были маленькие дети, и один из людей спросил у ребенка, что ты больше всего любишь кушать, то есть какие у тебя любимые вкусности. Он думал, что ребенок скажет что-то там из сладости, ага. А этот маленький мальчик ответил: «Хакин». Хакин на нашем переводе — печень. Печень? Да. Именно мороженую, сырую, ну, печень. Я восхищаюсь люблю. Этими людьми, поскольку, смотрите, вот ребенок даже не знает, что такое там чипсы, там что-то из сладкого. Кола. Печень. Работаешь в ЛДНТ? Да. Чем ты занимаешься, расскажи? Я сейчас работаю, получается, на два отдела, угу. Так как первое, я методист отдела национальных отношений и творчества, угу. И буквально вот в этом году у нас открылась новая студия, там, где я являюсь руководителем, вокально-инструментальная студия ДВД. Угу. Мы учим ребят и детей, и взрослых до, так сказать, 35 лет, играть на варгане, гортанному пению,
ставим музыкальный слух и технику дыхания. То есть люди учатся петь. Я, слушай, я сейчас заслушался тебя, потому что я, скорее всего, приду к тебе на мастер-класс, потому что мне хочется узнать, как это вот можно научиться правильно дышать. Потому что мы не все люди правильно понимаем, для чего правильно дышать. Потому что когда мы дышим неправильно, у нас меняется расположение вот этих мышц. И из-за этого появляется второй подбородок, как у меня, ну, где-то между третьим и четвертым. Вот. И, соответственно, изменяется положение разгибателей вот здесь на шее. Угу. Поэтому мы начинаем плохо спать. У нас появляются головные боли. Чтобы избавиться от этого, нужно научиться правильно дышать. И правильно дышать нужно еще не только для этого, а еще техника дыхания и дыхательные упражнения помогают отщелачивать организм, потому что у нас, у большинства людей очень окислен. Угу. Вот. И с помощью дыхания, там разные техники есть, дыхание вот именно как вокалисты дышат, да, и дыхание как дышат собаки. Вот. То есть, если ты придешь ко мне на мастер-класс, я тебе все это могу рассказать и сразу же показать. Ты научишься дышать и играть на варгане. Я обязательно приду. Вот 100%. Потому что мне это важно. Чтобы... Я хочу очистить свой организм от шлаков. Хочу научиться правильно дышать. Я предлагаю, знаешь, что сделать? Сейчас мы выложим всю эту красоту. И я хочу, чтобы ты показала миру еще одну красоту. Но об этом сейчас поймете, о чем я. Давайте, здесь интрига небольшая. Друзья, вот теперь любуйтесь вот на эту красоту. Гель, скажи, пожалуйста, что это такое? Как называется вот эта вот красота? На мне сейчас праздничное украшение, воротник из бисера, сделанный эвенской бабушкой. То есть у этого украшения, у этого воротника, смотрите, вот еще у нас спина вот так красиво вышита. Вот. Бабушка живет в Хабаровском крае на берегу Охотского моря. Великолепно. Исключительно одеваем мы такую красоту на наши национальные праздники. Mm-hmm. Ну, я как человек творческий одеваю его на... Постоянно. Не постоянно, а на концерты. Но есть еще головной убор, да? Да, есть головной убор. Я видел весь этот образ, но, возможно, кстати, то видео, которое мы показали раньше, на нем уже есть весь этот образ. Это невероятные красоты. Ручная работа дорого стоит? 10 тысяч. Серьезно? Да. Потому что это как раз-таки хендмейд, не просто так. Ладно, я уже не могу удержаться. Я хочу попробовать. Смотри, как у нас все интересно получилось. Как будто это гора, здесь небольшой лесок, а это такие вот барханы грибные. Вот, видишь, творческое начало. Ну все. Искусство. Искусство. Пробуем. Ну... Я тебе скажу так, брусника – это наше все. Да. Оленина – великолепно, но еще круче – мацутаки. Я не знаю, как описать вам эти вкусы. Просто вкусно, быстро, питательно. В общем, в чем и есть смысл вашей национальной кухни. И полезно. И полезно, очень. Попробуйте, друзья, обязательно. Я хочу все это доесть, в первую очередь. Обязательно. Я благодарю тебя за то, что ты оказалась в нашей студии. Занимайся вот тем, что ты делаешь, потому что у тебя это получается великолепно. А я знаю, о чем я говорю. Спасибо. И удачи тебе во всем. Благодарю. Друзья, как всегда, все наши рецепты вы можете найти на нашем сайте amurobu.tv. Смотрите нас везде, подписывайтесь на нас в социальных сетях. И будет вам не просто вкусно, а великолепно вкусно. Все, приятного аппетита мне, а вам отличного настроения. Пока-пока. Благодарим за предоставленное место съемки торгово-производственную компанию «Альбера Фэмили».